Здравствуйте. Вы пришли одни? Я говорю шепотом, потому что частенько сюда заходят налоговые риэлторы и полиция, поэтому я иногда прячусь, но вы пришли одни, верно? Отлично, то, что нужно. Что ж, видимо, вы по делу. Скажите, что вас интересует? Нет? Нет? Нет, не говорите, я сам узнаю. Духи помогут мне в этом. Вас гложет стресс. Вы испытываете негативные переживания. Да, негативные переживания. Духи говорят мне, что вы простой человек, как и все остальные, которые испытывают такие же чувства. Да, но ваши чувства и ваш стресс уникальны. Уникальны, потому что вы пришли ко мне. Вы выбрали меня в качестве человека, в качестве вашего гуру, который поможет вам разобраться со всем, что вас гложет. И вы оказались правы. Что ж, духи помогут мне и в дальнейшем. Я прошу вас принять удобное положение, расслабиться и вместе со мной подышать. Да, я понимаю, что запах от благовоний может показаться вам не самым приятным на первый взгляд, но при этом, поверьте мне, он действенен. На счет три. Вдох. Раз, два, три. И на счет три выдох. Раз. Что слишком тяжело. Хорошо, давайте просто вдох и выдох. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Не открывайте глазки, не открывайте. Скажите, откуда вы узнали о том, что я веду прием? Да нет, ничего. Просто интересуюсь, откуда идет клиентура. Прошу прощения, кого приводят мне духи? Что ж, я надеюсь, вы уже успели занять удобное для вас положение. После дыхательных упражнений мы уже готовы с вами приступить к очистке вас от негативной энергии, поэтому я подготовлю вас для начала. Хорошо. Наблюдайте за моими руками. Я буду делать очень медленные, очень медленные прикосновения к вашему лицу. Хорошо. Наблюдайте, пожалуйста. Не переживайте. Руки у меня чистые. Успел продезинфицировать. Возможно, пока что, но со временем вы ощутите тепло. Тепло прикосновений. Что ж, наблюдайте внимательнее. Ну как? Есть ощущения? Должны быть в этот раз. Отлично. Теперь еще ближе. Следите за пальцами рук.
знаете, за пальцами рук. Медленные прикосновения к вашему лицу. Что чувствуете? Прекрасно. Слушайте звуки, которые я, пардон, издаю своими руками. Эту мантию подарила мне моя прабабушка, когда мне было 3 года. Она сказала: эта мантия дарует тебе силу. И я не снимал ее с 3 лет. Да, возможно, не только благовонием пахнет в моем офисе, в моей комнате. Ну, вы поняли. Продолжим. Слушайте звуки, не отвлекайтесь на мою болтовню и на треск моего кресла. Как раз его нужно заменить. Слушайте. И снова я касаюсь вас. Что чувствуете? После каждого касания я собираю с вас частичку негативной энергии. Не денег. О деньгах поговорим потом. Не думайте об этом, не думайте. Нам нужно продолжить сеанс, пока духи с нами. Закройте глаза. Закройте глаза. Закройте глаза. Да, я чувствую ваше напряжение. Что ж, подготовку мы успешно завершили. Теперь приступим к этапу очистки ваших негативных полей. Хорошо? Эта щетка была найдена на руинах старого монастыря шаманов на Байкале. И я почти уверен на 100%, что ею чистили ауры. Загрязненные ауры, такие как у вас. Что ж, эта щеточка поможет и мне почистить вашу негативную энергию. Я буду касаться ими вашего энергетического поля. Так. Да, я чувствую, как духи помогают мне. Изменения, которые происходят с вами прямо сейчас. Ощутите все это. Отлично.
землю, она всегда приносит плоды. И я прекрасно это знаю. Я чувствую, что нам нужно призвать больше духов для очистки остальной вашей негативной энергии. Что ж, я чувствую, нам нужно призвать больше духов. Я использую для этого барабан. Сейчас я буду издавать звуки. Ну, зачитался, простите. Сейчас я буду издавать звуки и призывать духов. Постарайтесь не уснуть в этот момент. Хорошо? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да. Продолжим чистку. Эта кисть была передана мне моей прапрабабушкой.
сказала: «Внук, твоя прабабушка передаст тебе мантию, которую ты не будешь снимать всю свою жизнь, поэтому вот тебе еще кисть, которая поможет тебе в самых неудачных жизненных моментах». Да, она именно так и сказала. У нее были проблемы с дислексией. Так вот, возможно, это тоже передается по наследству. Эта кисть, как только я делал ей взмах, сразу приносила мне удачу и чистила полностью всю мою загрязненную негативную энергетику, и поэтому я хочу воспользоваться ею для вас. Более ею не воспользовался ни разу за свою практику. Готовы? Да, духи помогают мне. Да. Вот так. Спасибо, духи. Я знаю, что вы чувствуете. Я знаю, что вы чувствуете, потому что я чувствую то же самое. Вашего негативного фона. Для этого мне помогут древесные диски и стайки, где жили шаманы и совершали свои обряды. Да, эти звуки, их издавали шаманы, чтобы отогнать все лишнее и призвать все хорошее. Заряжает удачей. Блять, уронил. Ой, слушайте звуки. Слушайте звуки пыльца с этих дисков. Помогает во всех начинаниях. И во всем, что заканчиваете. Возьмем другой диск. Слушайте звуки.
пыльце. В пыльце этих дисков. Как и нужно. Как и должно быть. Я заряжу палочки, которые очистят остатки вашей негативной энергии от этих дисков. Я создал сам сразу после того, как мне доставили очень полезные вещи от одного японского мастера. Было очень приятно получить их. Продолжим. Наблюдайте за кончиками этих палочек. На них хранится энергия, которую вы будете поглощать касаниями. Отлично. Отлично. Супер. Духи помогают мне очищать последнее, что я вижу негативного в вас. Вот так просто чудесно. Весь негатив полностью забирают эти палочки. Стряхиваем весь негатив. Наблюдайте. Наблюдайте. О, черт. Мой макияж. Наблюдайте. Очистить палочки в огне, в благородном огне. Спасибо, благородный огонь. За палочками. Отлично, наблюдайте. Наблюдайте. Последние капли вашей негативной энергии. Я чувствую, как они забрали последние остатки вашего негатива. Вам
что я почистил все, что мог. Ваши ауры. На этом наша чисточка подходит к концу. Вы родились новым человеком. И почаще заходите ко мне на чистку ауры. И тогда в вашей жизни будет благополучие, успех и умиротворение. И с вас 25 000 рублей.